Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть и делюсь рецептом очень вкусной, пикантной закуски из огурцов. Огурчики получаются хрустящими, с насыщенным ароматом и вкусом, похожими на салаты по-корейски. Готовится все просто и быстро, является отличным дополнением к шашлыку или к другому мясу, ну и хорошо как самостоятельное блюдо. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Беру огурчики примерно одинакового размера. Еще мне понадобится небольшая луковица и небольшой болгарский перец. Отрезаю у огурцов края, режу пополам и каждую половинку на 4 части, чтобы получились небольшие брусочки. Если у вас огурцы побольше, можно разрезать их на 3 части и каждую часть на 6 частей. В общем, смотрите сами, главное, чтобы кусочки не получались слишком крупными. Лук я предпочитаю резать тонкими полукольцами, а перец – тонкими длинными полосками. В сковороде разогреваю масло и выкладываю лук. Жарю его до румяности. Затем добавляю перец и обжариваю все вместе. Я люблю, чтобы лук основательно зажарился. А тем временем к огурцам добавляю соль, сахар, молотый кориандр и черный молотый перец. А также красный острый перец. Все специи берите по вкусу. И обязательно чеснок. Предпочитаю натертый на мелкой терке. Сюда же отправляю зажаренный лучок с перцем. Вливаю соевый соус. Я обычно беру 2-3 столовые ложки. И чайную ложечку любого столового уксуса. У меня яблочный. Тщательно размешаю. В общем-то, салат готов. Но если вы ему дадите постоять, будет отлично. Можно еще сюда добавить зелень, но я обычно посыпаю перед подачей. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Смотрите на канале и другие рецепты подобных закусок из овощей. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.